Среди многих московских храмов наш храм святителя Николая в Старом Ваганькове несколько необычен. Он находится в ограде Российской государственной библиотеки. Его история связана с домом Пашкова, где в середине XIX века был устроен Московский публичный Румянцевский музей. История храма очень древняя. Она восходит к самым первым векам истории Москвы. Первое каменное строение относится к середине XVI века. Храм очень интересен тем, что в нем молились многие известные писатели, литераторы, просто замечательные люди, москвичи и гости первопрестольной столицы. Сейчас, с 1992 года, в нашем храме возобновлены богослужения. Я приглашаю всех, кто интересуется историей нашего города, историей Российской государственной библиотеки, историей Пашкова дома, историей центра Москвы, прийти в наш храм и вместе с нами совершить прогулку по нему. Каждую субботу перед службой в 16:00 начинается экскурсия. Все желающие могут задать вопросы их интересующие и услышать мой рассказ о храме святителя Николая в Старом Ваганькове.